Привет, друзья, с вами TikTok Мир, и сегодня не то чтобы обзор, поскольку практически все часы уже на канале обзор есть, обзор модулей, часов, и нет только про треков вот этих вот крайних, но обзор скоро выйдет, поэтому сегодня, как правило, о технических характеристиках мы говорить не будем, просто посмотрим на часы в черном цвете, так сказать, Д'Артаньян и Три Мушкетера. Почему Д'Артаньян? Поскольку Citizen представлен всего одной моделью, и другие три модели — это непосредственно только Casio, наша с вами одна из любимых, самых интересных таких производителей на рынке японских часов. Итак, давайте начинать. Первая модель, с которой мы с вами начнем смотреть черный обзор, моделька Manaslu, топовая линейка PRX 8163. Это лимитированная версия Manaslu 8000 PRX, выпущена лимиткой 300 штук, 60 Manaslu, 60-летие покорения горы Manaslu. Вышло это все дело у нас в 2016 году. Значимая вещь, вот можете посмотреть, всего их 300 штук. Это моделька 19 из 300. Интересные, конечно, получились часы в черном цвете. Топовые, как говорится, ДЛК черный, посмотрите поближе. Часы не новые, они использованы, но в очень хорошем состоянии. И вы можете посмотреть, как ДЛК черная себя ведет в процессе носки. Я каких-то конкретных потертостей ничего не вижу. Считаю, что очень-очень хорошее устойчивое покрытие. Также спортивными часами в нашем обзоре является MRG G1000B. Тоже черная, очень черная модель. Также черное покрытие ДЛК. Можем с вами сравнить ДЛК на MRG и ДЛК на протрек Manaslu. Я вижу, в общем-то, одно и то же покрытие. Единственное, немного разная полировка. Так все, в общем-то, одинаковое. Давайте я вам поближе покажу черные MRG. Практически из стандартной линейки это самые дорогие черные часы. Если мы говорим о ценах, то Protrek стоил в свое время 200 тысяч японских йен. Моделька от Citizen — это 230 тысяч японских йен. Casio Oceanus — 260 тысяч японских йен. И MRG — 300 тысяч японских йен. Одни из самых вообще дорогих часов у Casio. В принципе, если не говорим о лимитированных каких-то MRG, тех же золотых, то именно черная модель является самой дорогой и самой, наверное, такой красивый и престижный. Действительно, очень интересная моделька. Вы могли видеть обзор светлой модели на нашем канале, и вот можете сравнить, как выглядит черная модель. Движемся дальше. Такие гражданские часы уже, они не спортивные, скорее повседневные, кажуальные. Citizen, модель CC906556L, и Casio Oceanus G1200B1AGF. Обе модели с GPS, очень похожи, посмотрите, даже циферблаты дополнительные находятся примерно на одном уровне и немного иное расположение именно функционала, но дизайн сам по себе очень похож. Напомню, что модель от Citizen — это лимитка к 30-летию компании, имеет очень красивый циферблат «Ночное небо со звездами». Модель Oceanus и не является лимиткой, это черная модель, тоже покрытие ДЛК. В общем-то, я так смотрю, оно по сути одинаковое полностью везде, на всех часах от Casio. Если мы сравним с Citizen, не знаю, как у вас на экране, но у меня вживую разницы я не вижу совершенно. Модель от Casio Oceanus полностью титановая, с синим безелем, напомню, Deep IP Blue. И кроме того, здесь керамический безель, по технологии Monshi выполнен, он двухцветный, это матовая и глянцевая поверхность. Красивые, безусловно, часы. Красивее ли они модели G1200, обычной, со светлым покрытием Duratec, то есть без ДЛК? Наверное, да, наверное, они действительно красивее. Выглядят они богато и по-настоящему интересно. Вообще, мне черные часы в последнее время нравятся, и я как-то сам склоняюсь даже к покупке черных часов. Может быть, одних из этой вот четверки. По поводу Citizen, здесь идет у нас двойное такое покрытие. Черный ДЛК с небольшим тоже светлым участком, но это тоже ДЛК. Черная также застежка, задняя крышка. Вы могли видеть в полном обзоре, красивая. И очень красивый циферблат. Если мы говорим о функционале, то примерно он, в общем-то, одинаков, за исключением модели Protrek. Protrek — это чисто спортивные часы, предназначены для покорения гор, активного отдыха. 200 метров водозащиты, здесь есть и люминофор очень мощный. Подсветка также есть, не скажу, что она мощная. К примеру, в тех же условиях, вот как будет светить Casio MRG.
мне кажется, светит намного получше. Но тем не менее, Casio ProTrack и моделька PRX8163 это топовая модель. Лучше ничего в ProTrack'ах не придумано, и если вам нужны спортивные часы, я могу вам однозначно советовать что-то подобное. Есть они и в светлом корпусе, есть и даже в таком совсем светлом, в снежном корпусе. Моделька имеет барометр, компас, альтиметр, высотометр и другие функции для покорения и восхождения на вершины. Модель от Citizen выполнена также в титане, сапфировое стекло, GPS здесь уже имеется, как, впрочем, и в других моделях. И очень эти модели похожи между собой. За исключением разве что стиля. MRG явный спортивный стиль, Oceanus и Citizen такой больше классический стиль. В офис можно носить. MRG в принципе тоже можно носить в офис, но не все вас поймут. Да и размер у них, конечно, побольше. Какие часы красивее, судить вам. Я как любил Oceanus, так собственно его люблю, мне он нравится, но к сожалению носить мне его некуда, я больше спортивного стиля придерживаюсь, поэтому покупаю себе более спортивные часы. На руке модели сидят в принципе как и должны сидеть спортивные часы, они более яркие, более толстые, более выдающиеся. Oceanus и Citizen более компактные и более, конечно же, удобные. Если мы говорим непосредственно про сами размеры, то примерно часы одинаковые. Вот можете посмотреть, высота примерно одинакова, диаметр тоже примерно одинаковый. MRG будет немного потолще, как вам показать, да, вот так видно, они немного потолще, но в них GPS и вообще механизм другой, об этом не стоит забывать. Давайте посмотрим так на часы Citizen и Casio. По высоте примерно тоже это одинаковые две модели, но Citizen видно, что немного, совсем чуть-чуть побольше. По толщине Citizen явно потоньше, поскольку сапфировое стекло на Oceanus выпуклое и добавляет толщины. Если бы не было выпуклого сапфирового стекла, Oceanus был бы потоньше. По удобству ношения и первая, и вторая, и третья, и четвертая модели, они одинаково хороши, поскольку это топовые часы. Все в них сделано для того, чтобы хозяину было удобно, отличные материалы, не царапающееся покрытие, замечательные корпуса, замечательный внешний вид. Конечно же, здесь солнечное питание, естественно, есть. На спортивных моделях есть LED-подсветка, что вы можете полностью ночью все это дело использовать. Время, показания датчиков, все это удобно и хорошо. Конечно же, есть люминофор и на спортивных, и на гражданских моделях. Знаете, если говорить в двух словах про эти часы и как бы я кому бы их советовал, то можно говорить о том, что в принципе, любой человек, если он себе может позволить, он может иметь все часы в своей коллекции, поскольку ProTrack для спорта, MRG тоже для спорта, но другого спорта, скажем, такого более гражданского, более цивильного, более спокойного, куда вы можете одеть часы и показать свой статус, свой достаток, что у вас отличная модель и вы любите спортивный стиль и носите самые лучшие часы от Casio. Citizen и Oceanus – это гражданские часы, как я их называю, то есть, скорее всего, они все-таки будут офисные. Носите эти часы со спортивным костюмом я бы не советовал. Плюс G-Shock и ProTrack все-таки как ни крути, а защищены от ударов, и вот защита у них повыше, и все остальное тоже поустойчивее к царапинам покрытия. И характеристики корпуса тоже получше. Различные прокладки, структуры специальные, которые держат корпус, все это у них, конечно, получше. Модельки Citizen и Casio более спокойные и в дизайне, и в использовании. Явно костюм, явно рубашка, может быть свитер. В принципе, даже летом шорты, но не спорт. Я думаю, все-таки не спорт. Интересные, конечно, модели. Что тут сказать? Глубина циферблата поражает. Особенно на модели Oceanus. Выпуклый сапфир, он похож на, знаете, символизирует что-то похожее на вид из космоса на Землю, как Casio, кстати, и задумывала. Но моделька от Citizen тоже очень красивая, лимитка вышла у них на ура. Я считаю, что вот этот циферблат, он один из самых красивых на рынке сейчас и вообще, в принципе, из тех, которые когда-либо раньше продавались. Друзья, будем заканчивать. Разговаривать, конечно, можно много про часы. Все они дорогие, все они статусные, все они интересные и, несомненно, придутся ко двору в любую коллекцию. Я надеюсь, что этим видео чем-то помог вам выборе своих новых часов и ответил на какие-то ваши вопросы по поводу того, чтобы я советовал носить в офис, либо на прогулку, либо в лес, либо на какое-то занятие спортом. Я думаю, вы свой ответ получили. Спасибо вам за внимание, отличного настроения и помните главное, носить хорошие часы. Всем пока!